Познакомьтесь с Да Хонгфеем, предпринимателем, инвестором, энтузиастом блокчейн и криптовалюты. Да Хонгфей – китайский бизнесмен. Он имеет степень бакалавра в области технологии и английского языка в Южно-Китайском технологическом университете Гуанчжоу, Китай. Он начал свою карьеру в команде InPass Consulting в 2005 году, так как он основал компанию. Его энтузиазм в области криптовалюты привел его в эту отрасль. И в 2014 году он основал компанию NEO, ранее именуемую UnShares, первый блокчейн с открытым исходным кодом в Китае. EonChain – одна из крупнейших фирм в области финтех и участвует в создании технологии китайских блокчейн-стандартов. NEO рассчитывает в 10 самых ценных валютах с рыночной капитализацией более 1,8 миллиардов долларов.